Ни модная одежда, ни драгоценности не сделают вас привлекательными, если общий вид состояния кожи и волос оставляют желать лучшего. Как известно, должный уход за собой – главное украшение как женщин и мужчин. Особенно актуален этот вопрос в осенне-зимний период. Как уберечь себя от влияния наступивших холодов – вопрос не из легких. Конечно, кто-то сам себе доктор, кто-то доверится народным методам. Но как не допустить ошибки и правильно подготовить кожу к ежедневно меняющимся погодным условиям, может посоветовать лишь квалифицированный специалист. Именно врач-косметолог подскажет методику ухода за кожей. Его советы помогут сохранить ее вне зависимости от природных сюрпризов. Уход за кожей в осенний период требует определенных навыков и определенных правил. Так как идет у нас холодная погода, плюс включается центральное отопление, все это, естественно, влияет на обезвоживание кожи. То есть кожа теряет влагу. Чтобы эту влагу сохранить, пациентам рекомендуем использовать кремы увлажняющие с гиалуроновой кислотой. Кроме того, лучше в осенне-зимний период использовать сыворотки, потому что там концентрация активных компонентов выше. Холодная пора года отрицательно сказывается и на состоянии наших волос. В этот период они нуждаются в обильном питании и увлажнении. Не всем по карману дорогие средства ухода, которые в наше время представлены в изобилии. Однако это не причина унывать. Сохранить здоровый вид помогут народные средства. Правильно подобранные в соответствии с типом кожи, они вполне могут заменить дорогостоящие. С наступлением холодов, конечно, лучше не перемораживать, то есть носите шапки, не перестужайте голову. В плане каких-то уходов люди сейчас больше пользуются какими-то домашними средствами, домашними масками. То есть там мед, яйцо, коньяк втираются в голову. Кто-то использует серу. Немаловажно, конечно, сейчас уже в осенне-зимний период ухаживать за волосами. Естественно, уже жара прошла, но все равно некоторые такие виртуальные болезни, как головная боль, сквозняк, простыть можно и все прочее. Поэтому желательно не перегревать голову. Для того, чтобы не попасть в ловушку, которую подготовила нам природа в виде стуж и заморозков, следует с особой внимательностью отнестись к уходу за собой. Большую роль в этом играет рацион питания, наличие в употребляемых продуктов витаминов, а также количество выпитой жидкости. Нельзя пренебрегать и тем фактом, что плохие привычки, курение и алкоголь отрицательно сказываются на состоянии кожи и волос. Насыщать влагой кожу можно и изнутри. То есть это пить до 2 литров жидкости в день. Осень-зима – это не обязательно просто вода, это может быть зеленый чай, травяной чай. Ограничиваете количество кофеина, то есть поменьше кофе, крепкого чая. Вот. Кроме того, в рацион лучше всего добавлять изобилие сейчас овощей и фруктов, то есть этим всем пользоваться. Красота не требует больших жертв. Все, что ей нужно, должное внимание. Чтобы сохранить хороший внешний вид, не требуется огромных усилий, а тем более затрат. Главное – желание. В осенне-зимний период, когда тема особенно актуальна, соблюдение совсем простых правил по уходу за собой поможет обезопасить себя и свою кожу от вредных последствий холода, а здоровый рацион питания обеспечит свежий вид и отличное самочувствие.